Ассоциация армянских предпринимателей создана для формирования эффективных деловых взаимоотношений между предпринимателями Армении и России. И в рамках нашей ассоциации мы решили сделать отдельную веточку. Это создание женского клуба при ассоциации, как мы называем, AAP Women. Мне кажется, вообще женщины всего мира, они должны друг друга поддерживать. И для меня вообще понятие того, такой коллаборации, возможности делиться своим опытом дает огромную радость. Вступила я, потому что, во-первых, здесь огромное количество интересных людей, здесь можно набраться опыта, можно услышать других людей, познакомиться. Я всегда считаю, что знакомство с новыми людьми, абсолютно неважно, из какой они сферы, принесет тебе какие-то плоды, которые ты сможешь реализовать, использовать в своей жизни. Сейчас, в наше время, женщины стали очень деловыми, и они многое могут изменить в нашем мире. В рамках клуба женского мы выявляем потенциал женщин-предпринимателей, знакомим их друг с другом. Нам очень важно, чтобы успешные деловые бизнес-леди, бизнес-вумен знали друг друга, делились друг с другом опытом и, конечно же, делились своим успехом. История успеха – очень важный мотивирующий фактор, который влияет также на развитие новых поколений, новых сил, которые могут также воздействовать на развитие нашего бизнес-клуба. Я основательница бренда Artuit. Мы производим шарфы на основе коллажей и рисунков армянских художников. У меня есть салон красоты. На данный момент я нахожусь на том этапе, когда очень хочется его расширить, очень хочется открыть новые помещения и так далее. И я знаю, что здесь есть предприниматели, которые намного опытнее меня и по стажу, и по количеству вообще открытых бизнесов. Поэтому я уверена, что появится возможность услышать более такие правильные советы, которые позволят мне минимизировать ошибки. Конечно же, тот продукт, который я делаю ежедневно, тот продукт, которым я занимаюсь, это готовка, это мастер-классы, это презентация всего такого армянского, что есть во мне и в моих проектах. Я уверена, что женщинам это может быть интересно, и они являются как раз теми, кто потребляет мой продукт. Раз в два месяца ассоциация нацелена собирать заседания бизнес-клуба женщин и проводить различного рода мероприятия. Цели, конечно же, выйти на мировой уровень, чтобы резидентов нашего женского клуба и ассоциации армянских предпринимателей, при котором создан женский клуб, знали во всем мире. Я очень сильно переживала, потому что я сегодня выступала, и в принципе я редко выступаю, потому что я обычно из тех людей, которые делают, мало говорит, но и я переживала, пока ехала сюда, но когда я приехала, очень тепло все приняли, все друг с другом уже заранее до выступления общались, узнавали, кто чем занимается и так далее. Очень приятно, круто, что все еще и наши соотечественники. Я смело делюсь всегда, очень открыто всеми рецептами, то есть у меня нет вообще такого переживания по поводу того, чтобы что-то оставить для себя, какой-то секретик, нет. Я верю, что через абсолютно отдавание, как бы еда – это то, что ты даешь человеку, это абсолютная любовь, и я верю в то, что нужно делиться не только рецептами готовки, но и рецептами счастья. Что мы делаем и сегодня.